Сперва пара обязательных выражений. Аниме не ждал, спорт люблю, а в жопу это уже лишнее. Короче, вы все знаете, что за спортивное аниме я готов бросить всех ваших мамок, и при малейшем появлении на горизонте чего-то спортивного можете увозить. Я буду это смотреть. Но, однако, я буду дико требовательным, ибо за годы моей практики есть чем сравнивать. И уж слишком много именно лет, ну, за 5 плюс-минус, вышло, мягко сказать, не слабо так средненьких анимок в таком жанре. Так что будем осторожны. На примере первых серий Сумо Ханамару. Сумо Хинамару. Первая моя претензия, какого хрена вид спорта всегда чей-то? Кто-то объявляет монополию на баскетбол, совершенно, кстати, неоправданно. Кто-то заовнил бадминтон, в принципе, похер, но аниме-то хорошее. Но сам факт. Тот же Цубаса совершенно застолбил за своим именем синоним футбола как такового. Наверное, единственный, кто это во всей мере заслужил, хоть и новое аниме, но как по мне, говно полное. Ну типа, я всегда думал, что это делаю тупо, чтобы не забыл имя главного героя, иначе говоря, дешевый трюк, чтобы купить вас, но я не продаюсь. Ладно. Как я говорил всегда, идея может вытянуть даже среднее аниме, и если ты впервые, а я сейчас не про мангу, заделал аниме о сумо, то процент успеха крайне велик. И собственно, у нас тут классический сёнэн, переведенный ученик. А вот и мой выход, переведенка. Этот будет не таким неуклюжим, какие получились у парней. Не особо выделяющийся клуб, мечты о собственном кашиене, ну, образном, да? Всех победить и так далее. И тут неожиданно. А теперь внимание, вопрос. Почему мы продолжаем такое смотреть? Ответ готов. Персонажи. Раз за разом нам прописывают живых персонажей, действия которых неимоверно мотивируют. С главным героем, как обычно, до конца не все ясно. Я тут типа делаю кавычки. Все мы приблизительно понимаем, к чему все это идет. Что у него там какие-то травмы, что у него есть свои причины и так далее. Нам это объяснят, естественно. А вот второстепенные персы, хоть и тоже не без привкуса клише жанрового, но цепляют здесь. Хулиган Юма, которого, спасибо, спойлерный опенинг, ждет участь в команде сумо, или толстячок слабый, но целеустремленный. Пока больше всех его истории интересна. Ну и остальные далее по курсу вполне себе угадываемые и нужные для развития сюжета. До одного того, что я смог через неделю их имена вспомнить, уже о многом говорит. Это не так! То, наверное. Помните, я как-то говорил, что нынешний Гонза для меня умер и навсегда останется клевой студией, что решалась на проигрышные авантюры и делала ставки на рискованные решения. Типа добавление 3D. Что ж, этим тайтлом они явно доказывают, что... Тебе не пора на пенсию? Моложе ты не становишься? Ни за что! Я буду сражаться до последнего вздоха! Порой, конечно, с лицами пиздец какой-то творится, но общий дизайн по мне, так что грех жаловаться. Но также и задники иногда, вообще, я только раз этого заметил, но все же приличненько акварелью выделено. В целом, по рисовке стандарт. Все, что окроме боев сделано, ощутимо хуже. И хоть происходит откровенное спизживание приемов визуализации, но благодаря ситуации, режиссуре и самим персонажам выглядит все внушительно и эффектно. Ну и, естественно, метафоры. Куда уж без них. Эпично. Теперь я могу дать сдачу. Смотрю в анимаунте, ибо у них достаточно яиц, что на моей памяти очень давно не было, чтобы материться. Этот долбоёб сказал правду? Ну да. Опенинг невзрачный, откровенным дерьмом назвать его, конечно же, не хочется, тем более есть подозрение, что музло из вступления может засесть в башке. Хитрое такое, даже на все по 10 мне заказали, я такой, эх, все-таки неплохо, зря грешил. Все остальное, что играет внутри самого аниме, вообще какое-то беззубое. В таком-то тайтле можно было и раскадать, а то превозмогания не будут иметь полного эффекта, ну, как по мне. Вместо этого нас кормят эпическими звуками, лязганиями и прочими гремящими кастрюлями. Как-то несерьезно все это. А вот в эндинге разгулялись, прям, ну, хорош, запомнился. Если бы не вставка рыбчины и попсовый настрой в куплете, будто всем сразу угодить хотели и пересидели на всех стульях сразу. А вы помните, что на них бывает растет? Короче, вроде сначала круто, а потом и больно, и противно. Твоих чувств уже вполне достаточно. Футбол, волейбол, да даже, казалось бы, теннис и регби – виды спорта настолько примелькавшиеся, что каждый про них знает. Но много ли в курсе про хотя бы правила такого поистине национального японского вида спорта, как сумо? Что ж говорить про наличие кучи техник, нюансов?
хуйна. И прочих, прямо скажем, интересных мелочей. С просветительской частью аниме справляется на отлично. Другое дело, если тебе такое попросту не нужно и не интересно. Как обычно в такого рода тайтле, если спорт не твой или просто не интересен, опять же, вовсе, то и браться совершенно не стоит. По пяти на данный момент отсмотренным сериям могу сказать, что если бы не сумо, ну и превозмогание гонза, в принципе, то терялась бы та самая новизна и интерес. Да, есть претензии на глубоких персонажей, однако замени сумо на баскетбол, и сразу они перестанут быть таковыми. Содержание делает форму, и главное об этом помнить. Ну и порой мотивация перекрывают прямо все, от дыр в сюжете до простой логики. Мол, вступлю в ваш клуб, чтобы тебя победить. Или «это было круто, хочу как вы». Впрочем, как и почти везде, куда ж без этого. Гонза пытаются. И я лично дам им еще один шанс, наверное, в этот раз уже последний. Кредит доверия еще не полностью, как оказалось, истрачен чертовым Макибас 3. Блин, как его ненавижу. И я буду смотреть где-то до половины, потом сделаю перерыв, пока добудут остальные 12 серий, а заявлено 24. Ну и, кстати, если тебе притят потные мужики, обнимающие друг друга, а рестлинг норм, то ты лицемер и втайне не прочь псасать. Короче, лучше не смотрите в таком случае. Как-то так. Огромное спасибо, что досмотрели это видео. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а главное, пишите комментарии. Обсудим этот сезон, обсудим это аниме и все, что вам интересно. Также не забывайте заходить на мой Twitch-канал, ссылка на который в описании есть всегда. Там проходят стримы в пятницу, мы смотрим все по 10, а в субботу обычно какой-нибудь марафончик по какому-нибудь аниме, которое вы заказываете. В воскресенье частенько бывают игровые стримы, но это не факт. Приходите в пятницу, в субботу, чтобы знать точно. Также обязательно подпишитесь, подумайте, не обязательно подписываться, на мой Patreon. Взгляните, потому что люди, которые вкинули хотя бы $1, посмотрели это видео намного раньше. На сим все, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока.